Добрый день! В этом видео мы соберем простой пульсометр, который будет мигать светодиодом в такт нашему сердцу. Для этого нам понадобится модуль пульса, Arduino, кабель USB, соединительные провода, гнездо штекер трех цветов, коричневого, красного и оранжевого, два провода штекер-штекер зеленого и черного цветов, а также макетная плата и светодиод с ограничительным резистором. Сначала подключим соединительные провода к модулю пульса. Коричневый провод соединим с ножкой минус модуля, а красный с ножкой плюс. Эти провода будем использовать для питания модуля. По оранжевому проводу будут передаваться данные. Его подсоединим к ножке out модуля пульса. Возьмем плату Arduino и подключим к ней модуль пульса. Коричневый провод вставим в гнездо ГНД на плате Arduino, а красный в гнездо 5 вольт. Оранжевый провод соединим с гнездом аналогового порта А0. Чтобы светодиод правильно работал, нужно соблюсти полярность его питания. Длинная ножка светодиода соответствует плюсу питания, а короткая – минусу. Возьмем макетную плату и вставим в нее ограничительный резистор. К одному его выводу подключим минус светодиода. Затем к другому выводу резистора подсоединим черный провод штекер-штекер, а к плюсу светодиода – зеленый провод. Далее подключим черный провод к свободному гнезду ГНД на плате Arduino. Зеленый провод будем использовать для управления светодиодом. Его подсоединим к гнезду цифрового порта D3. После этого подключим к плате Arduino кабель USB и с его помощью соединим установку с компьютером. На плате Arduino и модуле пульса должны загореться светодиоды. Откроем Sketch Pulse LED в среде Arduino IDE. В меню «Инструменты» проверим, что плата Arduino правильно определилась компьютером. После чего нажмем на кнопку «Загрузить». Sketch скомпилируется и загрузится в память Arduino. По окончании загрузки в нижней части окна появится сообщение. Теперь мы можем использовать пульсометр. Прижмем светодиоды и фотодиод модуля пульса к подушечке большого пальца руки. Через некоторое время сигнал установится, и мы увидим мигание светодиода в такт с сокращением сердца. На работу пульсометра сильно влияет давление модуля на палец. Если его прижать слишком сильно к пальцу, то сигнал с датчика искажается, и светодиод перестает мигать. На этом мы завершаем описание простого пульсометра. Подробные инструкции и скетчи вы сможете найти на сайте Bitronix.